Проведение приемной на дороге актуально. Оно дает возможность общественности получить консультацию в удобное время и месте, не посещая отдел полиции района. 17-18 июня акция была проведена на территории города Аксай. Приемные располагались возле районной больницы напротив ЦОН и возле торгового центра Ернар. В данное время я проезжал по улице, мне нужно было в ЦОН, но я увидел работников полиции, что находится здесь, и организовали работу по приему граждан. Мне очень даже было интересно, это, что в данное время кто это организовал, вот именно по приему граждан. И мне были непонятные вопросы, которые я задал. И все эти мне вопросы все пояснили вовремя, своевременно. Даже не надо после этого идти в РОВД. Вот такая выездная, допустим, группа очень удобна для нашего небольшого городка. Для обсуждения проблемных вопросов, волнующих граждан, прием осуществляется представителями руководствующего состава. Главный полицейский района полковник Уртаев лично принимал участие в акции. Организованная сегодня акция в 2022 году проводится впервые. Мероприятие проводится два дня, 17 и 18 июня. Акция республиканского масштаба проводится специально для того, чтобы наладить тесную взаимосвязь с народом, выслушать волнующие граждан вопросы. Прием организован по улице Железнодорожной, 123А, у здания районной больницы, а также по улице Наурыз-2. У здания торгового дома «Ернар». Среди вопросов, волнующих жителей района, наиболее актуальными являются вопросы по миграции, штрафам, по получению водительского удостоверения. За период проведения акции полицейскими были даны ответы и консультации по более чем 25 вопросам. Помимо специально отведенных для проведения акции дней, прием граждан осуществляется во фронт-офисе отдела полиции района и опорных пунктах участковыми инспекторами полиции. Майя Амирова, Азамат Бабагужиев, телестудия «Карачаганак».